Мечта – это то, что есть у каждого из нас. У мечты нет границ, определения или срока годности. Есть только одно свойство – она сбывается или нет. И это уже зависит от самого человека. Никто не посмеет лишить нас мечты, никто не отберет, никто не решит за нас, о чем нам мечтать. У каждого свое. Кто-то мечтает о материальных вещах, а кто-то о душевных ценностях. Мечта – это то, что заставляет нас к чему-то стремиться, это то, что может заставить нас сделать себя чуточку лучше. Лично для меня мечта – это то, чего я могу достичь с помощью личных усилий, при этом не причинив боли и страдания другим. Да, в стремлении получить то, о чем мечтаю, я могу причинить боль себе, ошибившись не один раз. Но ни в коем случае не дать пострадать другим. Это трудно, знаю, возможно, даже практически нереально, но такова я. Я никогда не позволю себе причинить боль другим, преследуя за этим какие-то личные цели. 4 ноября у самого мечтательного конного бренда «Кло-Кло» было день рождения, и они пригласили меня к ним. Сказать, что я была поражена гостеприимству и приятной атмосфере в этом маленьком магазине, это ничего не сказать. «Кло-Кло» — это действительно бренд, который помогает исполнять мечты. 15 декабря они проведут точно такую же встречу, но уже на новогоднюю тематику. Так что приходите обязательно, приобретайте вещи компании Кло-Кло, и пусть ваши мечты всегда сбываются.